Выберите в этой позиции из двух ходов. Конь берет на f4 или e5. Значит, e5 на e5, но после e5 следует ход ладья c4. После конь берет на f4, ладья c8, шах. Значит, все это как промежуточные ходы. Слон d8 надо играть. И ферзь f3, к примеру. У белых лишнее качество и выигранная позиция. В партии был сделан ход конь берет на f4. Ладья взяла на f4. У белых лишнее качество. И вам надо выбрать из ходов слон g5 с такой вот связкой или e5, нападая на две ладьи. Как вы думаете, какой из этих ходов был сделан Игорем Платоновым в партии? Рассмотрим сначала ход e5. На e5 белые бы сыграли ладья берет на f7. Здесь следующее задание. Выберите из ходов ЕД, взятие ладьи с нападением на две фигуры, или слон g5 со связкой ферзя. Ну, после ладья берет на f7, белые угрожают каким-то отскоком этой ладьи с шахом от слона. Вскрытый шах грозит. Но насколько он серьезен, неизвестно. Например, на взятие ладьи последовал бы ход ладья h7 шах. Шах от слона. В этой позиции, если бы черные пошли король f8, они получали мат. Ферзь берет на h6 шах, на король g8, ферзь g7 мат. Значит, это не такой простой отскок, как кажется. Надо играть король d8. Ладья берет на h8 ладью, шах. Теперь у черных два хода. Слон f8. Или король c7. Король c7 проигрывает. Белый играет конь d5 шах. После король b7 забирает ферзя. Черные, правда, берут белого ферзя пешкой. Но после конь берет на c8. Белые выигрывают. У них лишняя ладья. Плюс пешка.
Значит, это вариант, где после король c7 белые выигрывали ходом конь d5. После ладья берет на h8 шах, черные могут пойти слон f8. Тогда, значит, у черных пешка нападает на ферзя и на коня, но белые могут сыграть ладья берет на f8 шах, конь берет на f8, ферзь f2, нападая на коня f8, и сохраняя связку, даже черные не могут взять коня на c3. И белые смогут пойти конем на d5. И материально у белых только одна лишняя пешка, но позиционно выигранная позиция. После конь d5 и с угрозой ферзь f8 позиция черных безнадежна. Значит, в этой позиции это все после хода e5 было, ладья f7, и в общем-то здесь черным надо играть слон g5. Это правильный ход. После ладья h7 шах, король f8 надо играть, потому что король d8 проигрывает из-за ладья h8, король c7, ферзь берет на g5. За слона отдается. И теперь конь d5 шах. Коневая вилка. Конь b6. И конь c8. И у черных подавляющее материальное преимущество. У белых точнее. Значит, это был вариант после... После ладья f7. Значит, слон g5 правильный ход. Но после ладья h7 шах, король f8 надо играть. А не король d8. После ладья h8 берет на h8 шах. Король g7. У белых сейчас огромный материальный перевес, но связан ферзь. Надо отдавать ферзя за слона. Ладья берет на c8. Черные берут ладью ферзем. Ладья c7, связывая коня. Значит, у черных небольшой материальный перевес, но позиция эта равна. Компьютер показывает равенство здесь. Например, после хода, скажем, король h6, нападая на слона и развязываясь. И получается, что у белых ладья, слон и пешка за ферзя. Значит, в партии было сыграно, был сделан правильный ход. Сильнейший ход слон g5 вместо e5. То есть Платонов e5 не сыграл. Сумел разобраться в этой позиции и пошел на такую связку по диагонали c1 h6.